Доча, ставь чайник, мама приехала. Среди мужчин, изменяющих женщинам, показал. Большая часть мужиков отправляет СМС, сидя в туалете. Откуда еще? Он же не будет сидеть при тебе и переписываться. Настя. Ты хоть не срёшь. Не дай. Сру. Покажешь. Когда я был маленький, думал, вот вырасту и на всю зарплату буду покупать шоколадки. Но потом я попробовал водку. Девочки, у вас такое бывает, когда прям муж бесит, напрягает? У меня такого не бывает. Я не поняла, милый, что с котом? Что с котом? Что ты с ним сделал обратно? Что ты ему дал? Ну ты же сказала виски-то, я дам виски. Какое виски? Я тебе сказала вискас, корм. Блять, опаздываю. Блять, кота забыла поцеловать. Volkswagen, das Auto. Так, надо его потереть об кота, чтобы он зарядился. О! Вот попался.
бежать. Надо помочь. Ну давай, 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 доставай. Ну, Марс, как быть-то? С таким яйцом ходить? Он еще не говорит. Охуеть просто. Вот это ебись. Но, но. Ну. Жена? Да. А как сказать дедушка по-китайски? Е-е. Вечер? Е. Дикий? Е. Листочек? Е. Глотать? Ен. Хорошо, скажи, пожалуйста, дедушка тоже хочет каждый вечер глотать жидкость диких кокосовых листьев? Е-е-е-е-е, яо ен, е-е-е-е. Вот это круто! С лопатой на крыше. Фарша. Бля, из-за тебя в туб... Русский, русский, смотрите, смотрите! Это большая Россия, огромная, ёб твою мать, Россия. А это Объединенный Арабский Эмират. Смотрите, Россия и Эмират. Россия сама продает нефть и газ почти везде в Европе. Только в прошлом году объем продажи составил 180 миллиардов за один год. А народ в России еще выживает нахуй. Блядь, у них даже хлеба нету, покушать нету. Ты видишь бабушки, они, не знаю, мы получаем пенсию, блядь. Даже не $100 пенсии не получают нахуй. А в Дубае такие же цифры. В прошлом году объем продаж составило 179 миллиардов в год. А русские летают еще в Дубае и говорят, смотрите, Дубай красиво, нахуй. Что Россия делает? Где пропадают эти деньги? Почему народ еще еле-еле выживает? Ты мне скажешь, нахуй, бля, да расскажи про Африку. Да, в Африке тоже есть такие цифры. Только в Африке есть американцы, французы, англичане, нахуй. Ебут это Африка, нахуй. Они используют эти ресурсы, забирают деньги к себе домой. А в России нет. В России никто не приезжает в Россию, блядь. Американские не приезжают в Россию и ебут в жопу Россию. Нет, Россия контролирует свои продажи, свои деньги. Почему народ еще такие бедные, нахуй? Я не понимаю. Я в ахуе, блядь, понимаешь? А как можно это понимать, что в России зарабатывает больше деньги, чем Дубай, чем Объединение Штаты Эмират, блядь, нахуй, понимаешь? Вот как? Вот как? Смотрите, как люди живут в Дубае, нахуй. Смотрите, как люди живут в России. Еле-еле живут. У нас есть газ, нахуй. Ну, еда нету, блядь. Не знаем, что покушать. Ай, душка! Мужики, если хотите проверить способности своей девушки, на первом свидании ведите ее в суши-бар. Я, в общем-то, свою так и нашел.
Господи, знаешь, на кого ты похожа? На кого? Нет, не на Хюрем. Она проститутку из GTA. Ну-ка, пройдись, как она. Ha ha.